Minha nome é Carolina e sonhamos em um vídeo para a sua parte. Não, eu ainda não хожу à escola e já пойду. Ну, давайте уже начнем. Вот он такой большой. Вот тут. Вот такой сзади выглядит. Тут сбоку уже видели. Сейчас я, подожди, я покажу, какая фирма. Ой, сейчас мы покажем, какая фирма. Такого красивого рюкзака. Немецкий. Немецкий. Вот такая боковинка, а вот сам клетка, его уже видели. Давайте, просто вы думаете, надо это разрывать? На самом деле нет, это вот это такое вкусное. Так это. Тут вот какая-то книжечка. Мне кажется, это инструкция. Какая-то инструкция. Ну и читать зачем? Зачем ее читать? Уже и так понятно. Вот, смотрите. А сейчас как-нибудь... его открывать. Ладно, посмотрим, что у нас сейчас мне помогут. Вот он поворачивается, магнитный замок. Хопа. Который потом посмотрим. Вот так он закрывается. Это термокарман, да, мам? Угу. Термокарман. Так. Вот это еще такая записочка. Мам, зачем это? Ну, пишешь, как тебя зовут, чтобы мне, если потеряется портфель, знали, кому отдать. Такая тоже книжечка. Какая-то рекламка тут. Всякие тетради, всякие книжечки. Вот, вот так вот выглядит тут. Вот. Давайте откроем вот этот карман. Опа, мама, есть для чего? Для бутылки с водой. Для термоса. Для термоса, да. И сзади только такая, точно такая же. Mm-hmm. Только в других напитках. Да. Mm-hmm. Ну, если вдруг закончится вода. Так, залепить-то. Надо что? Вот. Сзади. А тут у нас спинка. Ортопедическая. Да, ортопедическая. Посмотрите. Так, и теперь будем открывать. Просто тут еще тоже детали есть. Как всякие. Но они не прям вот так вот сразу сверху поваливаются. Тут у нас вот такой вот кармашек. Кармашек на сменичке. Тут пусто и он розовенький. Вот тут закладка. Для расписания. Угу, для расписания. Вот, вот так вот это не вынимается. Ну что, записать-то. И первое, что мне попалось, это пенал для карандашей. Мне кажется, какая-то косметичка. Два открытия всегда покажется. Открыть. Открываем. Так. Смотрим. Что же там внутри? Пусто. Сюрприз бумажки. Тут все нет вообще. Мне кажется, это пенок все-таки. Как косметичка. Ну, косметичку похоже. Да это силикогель, чтобы жидкость лишнюю убирать. Вот так. Ну, ее вот так вот сюда положим. Посмотрим, что еще. Может, его открыть только оставить? А тут вот у нас вот для всяких печатей, ну, для книжек. Для тетради, там папка можно. Вот это что? Большая красота у нас тут. Нам попадается, что это? Это, может, для обуви сумка? Сумка для обуви. Вот такая сумка очень красивая. О, да, сумка для обуви. Угу. Не слава богу. Она затягивается на резиночке. Посмотрите, что внутри. Тут тоже силикон гель. Угу. Колочки. Тоже сюда положу. И тут еще змейка. Мне кажется, это для физкультуры. Или гель для физкультуры. У меня а, да, может раз. Быть. Не раньше ходила. О, вот этот пенал. А так у вас косметичка. Сейчас мы откроем. Посмотрим. Да, это для карандашей. Вот он даже карандашки. Ну, это нам не нужно. Вот это
приклеила. Так, так. И сейчас... Вот, тоже принадлежности есть. Классно. Не ожидала такого. Это что, там сохраняла форму? Открой до конца. Сейчас мы раскроем. И тут карандаши даже есть. Молния до конца открой. Вот так вот. Даже денег не надо тратить. О, вот это типа вот тут маркер можно. Это картонка самая обычная. Надо порвать. Это стерка. Это стерка. Ничего против нельзя, это в школу пойдем. Вот тут вот у нас тоже вот это. Надо как-то убрать нашу компанию. Так, все хорошо сложилось. Что? Так вот, вот. И складываем. Прям вот, если кошелек будет...